Точкой притяжения умников и умниц стал Брестский областной центр молодежного творчества. Здесь на днях состоялся областной этап традиционной республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся 10 и 11 классов учреждений общего среднего образования. Я решил очередной раз принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности, потому что считаю, что финансовая грамотность – это одна из основных, так сказать, частей, которые влияют на нашу жизнь. И быть финансово грамотным в наше время, в нашем мире, это быть успешным, я считаю, и успешно развивающимся молодым человеком. Более 60 старшеклассников, победителей районных и городских этапов, вспоминали особенности банковской и налоговой системы страхования, отвечали на вопросы, касающиеся личных финансов, рассчитывали проценты по кредитам. Своеобразные соревнования проводятся ежегодно и пользуются популярностью среди молодежи. Это видно по количеству участников. В целом, во всех этапах приняли участие 3300 ребят. Кстати, проводится олимпиада при поддержке Брестского облсполкома, Беларусьбанка и других заинтересованных структур. Наши достижения за 5 предстоящих этапов, которые были на протяжении последних 5 лет, довольно значимы. Мы имеем в своем активе золотые медали, имеем 2 серебряные, бронзовые награды. Если по совокупности наград, то мы находимся в лидерах Республики Беларусь. Для чего эта олимпиада? В принципе, повышение финансовой грамотности учащихся – это одна из задач, которая решается органами управления образованием. Потому что финансовая компетентность – это одна из ключевых компетентностей, которой должен обладать современный человек. Беларусьбанк традиционно принимает участие в данном мероприятии, понимая важность данного события. Это очень важно для нашей страны, для нашего банка, для подрастающего поколения. Мы прекрасно понимаем, что это наши будущие клиенты. И мы хотим, чтобы они приходили к нам подготовленными, грамотными, пользовались нашими услугами. И по секрету традиционно каждый год победитель получает от нас памятную монету серебряную. Представлять интересы Брестской области на республиканском этапе будут 3 человека. Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.